Насколько силен глад Валагас в киберспорте? На ptoday.ru есть такой ответ. Глад Валакас является стримером, обладающим большой популярностью в интернете. Ему мастерски удалось воплотить в жизнь колоритный мужской образ 54 лет от роду. Какой образ, дура, блядь? Мне 54 года, сегодня день рождения. Почему я такой сильный киберспортсмен, скажи мне? Каждую ночь задаюсь этим вопросом. Алиса, я сексуальный мужчина, нет. В смысле? Алиса, выключай его нахуй. Нет проблем, поставила дизлайк. Я тебя поставлю сейчас, блядь. Ладно, давай о чем-то серьезном. Алиса, ну расскажи мне про Самару. По данным русской Википедии, Самара – город в среднем Поволжье России. Центр Поволжского экономического района и Самарской области образует городской округ Самара. Рассказать еще? Расскажи, Зая. А Зая – это кто? Это ты. Нет, я не Зая, я Алиса. Хуиса ты, шлюха! Алиса, ты кошка? Что за оскорбление? А кто ты? Меня зовут Алиса, а вас? А меня Сережа, блядь. Могу ошибаться, но на имя это... Ладно, все. Так, ладно, все. Пизду ее, блядь. А ёбнутая хуйню какую-то рассказывает, блядь.